плану СССР исполнилось 50 лет. Декрет об образовании Государственной общеплановой комиссии был принят по инициативе Владимира Ильича Ленина. В наши дни в Госплане действуют десятки научно-исследовательских институтов, мощные вычислительные центры. Плановые органы ведут большую и ответственную работу, обеспечивают своевременную разработку пятилетних планов, доводят их задания до всех звеньев народного хозяйства. В Кремлевском дворце съездов состоялось торжественное собрание, посвященное 50-летию Госплана СССР. В президиуме руководители Коммунистической партии и Советского правительства, главы делегаций плановых органов социалистических стран. Собрание открыл председатель исполкома Моссовета Промыслов. Член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Суслов, огласил приветствие Центрального комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР, собранию, всем работникам плановых органов Советского Союза. Выступивший с докладом заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР Байбаков подчеркнул, что разработанный на основе научного анализа советской экономики проект директив 24-го съезда партии представляет собой развернутую программу дальнейшего неуклонного подъема народного хозяйства страны, повышения жизненного уровня советского народа. Участники торжественного собрания приняли приветственное письмо Центральному комитету КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР. Красная площадь. Сюда пришли делегации Госплана СССР, Госпланов союзных республик, а также прибывшие на юбилей делегации плановых органов социалистических стран. Они посетили мавзолей Ленина и возложили венок Владимиру Ильичу Ленину, основателю социалистического планирования.